Всем доброго дня! Вы находитесь на канале Антон Сторис. Всем хорошего жизненного пути, а мне хорошей дороги. Поехали! Вот снял для вас несколько роликов живописных мест. Это в частности Рейн. А так, немножко формат поменяем. Вернее, добавим изюминку. Буду для вас рассказывать в каждом ролике анекдот. Также вы можете присылать свои анекдоты мне в личку на Абайдер, сами рассказавшие их. Буду их выкладывать. Будет веселее у нас на канале. У Вари у нас день рождения, 14-го было. Поздравляем! Здоровья всех благ. Поздравляем также бабушку, верную спутницу Вари, весь день вместе. И родителей их. Еще у нас был заодно 14-го день матери. Всех мам с праздником. Что, гвоздь программы, перейдем, собственно, к нашему анекдоту. Надеюсь, порадую вас. Стою я, значит, на берегу реки Рейн и рассказываю вам анекдоты. Ну, один анекдот. В общем, американский солдат решил сбежать от службы, от мобилизации в армию для службы в Ираке. Убегает от полицейских. Смотрит, монахиня стоит, подбегает. Говорит, а можно я вас под юбкой спрячусь? Вы извините меня, я не хочу в Ирак, в армию идти служить. Хорошо, прячься, спрятался. Полицейские прибегают, спрашивают. Тут не пробегал молодой человек, мы хотим его в армию призвать. Нет, не пробегал. Ну, вылазит мужик из-под юбки, спрашивает. Говорит, спасибо, что вы меня спасли. Слушайте, а у вас очень замечательная пара длинных ног. Он говорит, да, но если бы ты поднял бы голову вверх, то еще бы увидел пару замечательных яиц. Я тоже от армии хочу избавиться. Очень смешной анекдот. Простите, что не скромный. Да, в самом деле-то, простите за нескромный анекдот. Присылайте свои, на самом деле, хорошие анекдоты. Записывайте видео. Вот, а это Тальбруцке. Долинный мост. Хотя нет, он над рекой. Мост. Но очень замечательный, красивый. Сейчас совершенно замечательном месте. Видите, где притаилась ложбинки немецкая деревня? Да.
Лепота. Ты парковый, кадальки. А, ура! Я у нас бросил. Застрял. Аделька, привет тебе. Привет родителям. На этом будем заканчивать. Пока.